Добрый день, сегодня 20 сентября 2023 год, меня зовут Иван. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. Доставка по всей России, опыт огромный. На заказ не вожу, стоимость трактора, мои контакты всегда указаны в описании к видео. Представляю вам Mitsubishi MT-221, 22 лошадиные силы, трехцилиндровый дизель. Двигатель S3L, два на экскаваторе, на все ставится, популярная модель, хорошая. Трактор в очень хорошем состоянии. У нас в Владивостоке уже вот ТЭЦ-2, район наш. Шины в отличном состоянии, чуть хуже новых. Трактор растаможен с уплатой утилизационного сбора. Электронный паспорт самоходной машины будет обязательно чуть позже. Документ уже в лаборатории. По дискам он 2000 год, достаточно свежий, компактный трактор. И мощей хватает. 511 часов, все родное абсолютно. Задние диски также 2000. Очень тоже в хорошем состоянии, не лепанные, ничего. Коробка передач, основная абсолютная механика, 4 скорости, здесь делитель и реверс. 8 скоростей вперед, 8 назад получается. Это у нас так вот, это система автобрейк. Это помощь в развороте. Она вот здесь включается и плюс еще подтормаживает задние колеса в сторону поворота. Так. Она включается только на пониженной. Вот пониженная, вот тогда он только эти переключается. Когда на повышенной, хода нет. Вот это у нас бардачок. И тут же информационная табличка, на какой передаче какая скорость. Ну, диапазон скоростей. Ключи японец оставил. Нежадина. Колпачок для вал отбора мощности, чтобы грязь не попадала. Сидушка оригинальная, ВД включаема, вот и галочка, значит, ВД сейчас включена. Крыша, тут же рама безопасности, козырек, и вот еще и поролон еще живой. Здесь иди, все хорошо. Навеска универсальная, трехточечная, можно ставить абсолютно любое навесное оборудование. Быстросъем стоит на кардане. Пуфта тоже соединительная с фрезой. Фреза в очень хорошем состоянии. Родная Mitsubishi, 1,70 м ширина. Ножи все на месте. Автогоризонт, автоглубина, все есть. Все работает. Погоняем. Так, у нее есть фаркоп, сам крепление, видите, видно, есть, крючка нету. Можем куда цеплять, есть. Задний правый, колеса, все 4 колеса 2000-е. Вот это управление, навеска, видите, горизонт, глубина. Вал отбора мощности. 3 скорости прямое вращение, 1 скорость обратная. Это у нас подрулевое управление, подъем опускание фрезы. Это кнопка подъем фрезы при движении задом. Блокировка дифференциала заднего моста. Тут же загорается она. Можно видеть. Заводим, тестируем. Так, аккумулятор тут маленький, под маленькую клемму, он вообще тут сороковка, тут скорее всего должно быть даже побольше такой, если честно. Вот сейчас тухнет. Так, ну поехали, стандарт сигнал работает, левый поворот горит, правый. Видно, что функция
отдел фрезы, этот автоглубина работает, уже включено, фары горят. Вентиль гидросистемы тут немножко вот в таком, это максимально открыт, а так наоборот закрыт. Тут середина. Вот, все включаем, пойдем фрезы при движении задом, заднюю скорость включаем, фреза поднимается. И вот для этих случаев, видите, рычаг же у нас опущен вниз, и не надо его опять поднять, опять опустить, что так у нас фреза же опущена. Для этого нужно вот такое подрулевое управление, и вот можно поднять. Можно опустить. Так вот. Блокировку дифференциала включаю, газ включаю, все работает. Так, кнопочка не горит, что на автобрейке, что на здесь, но функция сама включается. Трактор на месте разворачивается. Сейчас покажу. Так, автоглубина включена, я показывал. Вот, поднимается фреза. Опускается. Вот, смотрите, в ручном режиме здесь такая вот петелька. Автомат. Горизонт работает. Так, ну сразу на пониженную. Тут там помощь еще в развороте. Вал отбора мощности. Третья скорость. Прямое вращение. Максимальная скорость здесь. Третья передача. Коробку покажу. В коробке ни шумов, ничего нет. Все легко переключается. Вторая скорость. Крыша складывается, назад вот так кладется. И здесь, ну, в транспортировочное положение вообще крыша кладется. Получается вообще параллельно земле. Мелочь, как говорится, удобно. Так. Первая скорость. Так, и включаем обратное вращение. Стоит пониженная. Первая передача. Вперед. С ручника сняли. Погнали. Вот самый минимальный ход у нас. Обратное вращение ножей идет. Гидронаклон работает.
земля. Поверхность неровная, вот он. Цилиндр подрабатывает, все работает, все системы. Вот даже, видите, задираю. Если заглубляется намного, да, столько поднимается, и фреза поднимается. Опускаю, опять опускается. Все четко работает. Гидроусилитель руля тут есть. Вал отбора мощности отключаю. Первая скорость была, вторая. Сейчас каждую скорость все проверим. Так, быстрый разворот еще пока не видно. Но я слышу руками руля на руле-то, что такой небольшой щелчок и блокируется передний мост. Вот он. Он на месте. Четвертая. Вот, видите, момент. Чуть-чуть поворачиваю. И вот, колеса начинают и быстрее крутиться. Так. Назад. Четвертая. Кто крутится. Третья. Видите, автобрейк. Легко переключается, все. Коробка супер. Все, и отключаем автобрейк, включаем повышенную. Вперед. Вторая. Третья. Четвертая. Максимально. Стоп. И назад. Первая. Вторая. Больше полбака японской соляры. Трактор только с таможни. Все уже. Четвертая. Назад. Вперед. Ставим на парковку. Тут все кнопочки, все потыкали. Все я показал. Под капотом. Капот вот так вот. Защелка. Боковые щитки просто поднимаются. Два насоса, основной и гидроакт. О, видите, аккумулятор мини. Информационная табличка, через сколько часов менять, сколько литров.
порядка. СПН. Mitsubishi MT-221, 22 лошади, гидроусилитель руля, 2000 год по дискам, трактор будет с электронным паспортом самоходной машины обязательно. Трактор в очень хорошем состоянии, во Владивостоке, так что думайте, всего доброго, до свидания.